Вы знаете, что такое ФЕРПА? ФЕРПА означает закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни. ФЕРПА – это федеральный закон, который защищает неприкосновенность вашего личного дела студента. Личное дело студента включает, помимо прочего, персональные данные, оценки, список дисциплин и финансовую информацию. Информация, содержащаяся в личном деле, позволяет сотрудникам подразделения Portland Community College оказывать вам разнообразную помощь, например, консультационную, финансовую, помощь в выпуске из учебного заведения, переводу в другие колледжи или университеты и подтверждение квалификации или уровня образования в процессе трудоустройства. В ваших интересах, чтобы данные в вашем личном деле были достоверными. Также в ваших интересах, чтобы эти данные были защищены и ваше личное дело не попало в ненадежные руки. ФЕРПА дает право знать, какие данные указаны в личном деле, и требует внесения изменений, если в них есть ошибки. ФЕРПА также требует, чтобы PCC обеспечил защиту у вашего личного дела студента как от постороннего доступа, так и от несанкционированного разглашения. По закону, доступ к вашему личному делу студента разрешен только персоналу PCC, факультетам и партнерам PCC, которым это необходимо в служебных целях. Закон разрешает передачу вашего личного дела кому-либо за пределами PCC только при наличии вашего прямого соглашения, а также в некоторых случаях специально предусмотренных законом ФЕРПА. Эти предусмотренные ФЕРПА права и средства защиты предоставляются вам независимо от вашего возраста. Для дополнительной информации о ФЕРПА и неприкосновенности личных данных в Portland Community College посетите www.pcc.edu/privacy.